Nokia 6620S. Разбор. У Nokia 6620S есть и другое имя – стильная элегантность. Удивительно, как инженеры Nokia умудрились одновременно уместить такую функциональность и емкую батарею в такой маленький корпус. Для разбора данного аппарата нам потребуется отвертка Т4, металлическая и пластмассовая лопатки. Снимаем заднюю крышку и извлекаем аккумуляторную батарею. Пластмассовой лопаткой поддеваем клавиатуру по периметру и аккуратно снимаем ее. Выкручиваем два винта. Переворачиваем телефон и отверткой Т4 выкручиваем 6 винтов с обратной стороны. Затем отсоединяем заднюю часть корпуса от системной платы. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить шлейф. На задней части корпуса находится разъем заряда, подсветка для камеры, полифонический динамик в сборе с антенной. Далее отсоединяем межплатный шлейф от системной платы и пальцами извлекаем системную плату. В верхней части системной платы находится разъем дата-кабеля microUSB, камера, контакты подсветки камеры, вибромотор, коннектор межплатного шлейфа, контакты разъема заряда, контакты антенны, контакты SIM-считывателя, разъем для флеш-карты, контакты АКБ, контакты полифонического динамика. С обратной стороны платы находится подложка клавиатуры. Далее мы снимаем переднюю панель телефона с механизма слайдера. Аккуратно по периметру телефона поддеваем переднюю панель металлической лопаткой так, чтобы нижняя часть поддевалась в последнюю очередь. Обратите особое внимание на то, как отсоединяется нижняя часть. Далее отверткой Т4 выкручиваем из металлической рамки 4 винта. Переворачиваем телефон и освобождаем фиксаторы с обеих сторон пластмассовой вставки. Затем снимаем вставку. После этого отщелкиваем рамку дисплея пластмассовой отверткой по периметру и снимаем ее. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 6620S посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.